вечер, уважаемые гости. Здравствуйте, дамы и господа, дорогие друзья. Доброе утро, hyvät vieraamme. Hyvää päivää, rouvat ja herrat. Сегодня у нас достаточно необычное действие в нашем Российском центре науки и культуры, но очень приятное для нас. Премьера нового художественного фильма и, конечно, рассказывающего о российско-финляндских отношениях. Вопрос, может, несколько личный. Почему вы выбрали именно эти темы, плюс учитывая то, что это вроде как ваш первый опыт и вроде такой столько тем разных сразу? Спасибо. Во-первых, потому что это действительно меня интересует искренне. И во-вторых, потому что, если вы успели заметить, стиль фильма, так сказать, это взгляд современного человека на то, что происходит. И меня всерьез волнует, почему в нашей стране до сих пор такие низкие пенсии, почему люди бросают своих родственников на произвол судьбы, почему люди воспитывают в своих детях что-то злое. Есть, конечно, и другое, но по большей части культура как система ограничений, как система веры во что-то, как система стремления к чему-то в нашей стране стремительно сходит на нет. То, что сейчас заменяет культуру, на мой взгляд, это некий такой условный суррогат, основанный на других чуждых нам ценностях. Вот. А поскольку это имеет отношение к моей жизни, я задаю себе вопросы, когда это началось, и что же такое вера, что такое православие, что такое преданность идеи, почему одним прощается смена веры, а другим нет? Что такое смена веры? И это все те вопросы, которые меня волнуют, как должны, как мне кажется, волновать любого современного человека, вне зависимости от возраста. Вот, наверное, так. Конечно же, в первую очередь, это моя первая картина. Первый опыт в большом игровом кино, потому что до этого был опыт в качестве второго режиссера, в качестве постановщика короткометражных фильмов. И во вторую очередь, как итог, это школа воплощения замысла, школа реализации идей, школа, производственная школа, и, конечно же, школа общения с людьми и какого-то коннекта с профессионалами, с мастерами, с художниками. Потому что над картиной работали, на мой взгляд, величайшие сохранившиеся представители ленинградской киношколы, мои коллеги. Приятно вот работать с молодыми людьми, которые задумываются о таких сложных и злободневных проблемах. Дело в том, что вы вот ждете чего-то, что мы будем рассказывать, а сидят, в общем, интеллигентные люди. Коля, Валера себя хвалить не будут, они будут рассказывать, что фильм уже получил на 3 фестивалях призы. Главный приз, вот видите, он же показывает это все. И, так сказать, страшно было только на репетиции, когда я еще не знал Колю и не знал, с кем мне предстоит работать. И так же, как Чехов хотел в себе выдавить раба из себя по капле, я хотел выдавить из себя театрального режиссера и просто отдаться Коле. Я старался выполнить все, что он хочет. И когда вот у нас были пробы, репетиции вначале, то буквально через полтора часа я уже не хотел уезжать из России, я хотел работать в этом фильме. А вначале я не знал, что я здесь делаю. Это тема крушения иллюзий. Se on kuvitelmien tuho. Когда все, что тебе казалось до этого было важным в жизни, рушится и обнажается самое важное вещь в жизни, например, вера. Silloin, kun kaikki monet asiat, jotka olivat elämässä. Причем очень интересно, мы снимались в исторических местах. Ja mikä on mielenkiintoista, me teimme töitä, teimme kuvauksia historiallisilla paikoilla. И, например, просто одна поездка на Канивец по территории бывшей Финляндии, она как-то, ты чувствуешь, что это уже не декорация, а здесь это все происходило, и это как актер уже обязывает ко многому. Я сам там юксики матка. Я знаю,
мы все верили в режиссера. Коля добился этого, он себя поставил правильно. И я сказал, что вот здесь вы пытаетесь найти что-то в картине. А я смотрю, знаете, как общего. Например, Пикассо там невозможно анализировать по частям, какая там тема, почему там это. А ты либо так смотришь, либо ты все понял, либо не понял. А чего его мучить, вы спрашиваете, какая там? Сценарий построен на скрещивании двух фактов. Первый факт – это история, реальная история православного монастыря в Финляндии и отношение к этому монастырю, к тем событиям, которые с ним происходят, Карла Густава Маннергейма. И вторая, скорее, основа, нежели, так сказать, реальный факт, это попытка покушения, скажем так, противников Маннергейма в самой Финляндии в 1923-1924 году. Планирование этой операции и ее срыв. Все остальное является вариациями, вариативными, так скажем, и смежными темами, которые являются, так сказать, моим личным взглядом на эту ситуацию, так как от него в любом случае мне не уйти. Я как ему он ситтен Николай. Большую очень роль в фильме играют вот, рисунки, которые делает вот этот главный герой. Вот кто это рисовал, и ну, ясно, что может быть не он сам. И вообще, как пришла мысль вот это сделать, это было изначально или это пришло уже во время фильма? Герой является субъективной точкой зрения на события, это было для меня важно. И каким-то подсознанием я уловил, что он должен рисовать эту реальность, что реальность должна быть отражением его самого. Таким образом, с первой же строчки возникли предлагаемые обстоятельства, человек, который рисует. И уж дальше возникла вся остальная история. Я думаю, что этот фильм великолепный, замечательный и влиятельный, вайкуттава. Что? Влиятельный. И это был первый фильм у вас. Это очень-очень странно, что хороший. Olen opiskelijana, opiskelen venäjän kieltä tässä Venäjän kulttuurikeskuksessa ja